Вот такие кусачки для когтей. Наш песик нуждается в гигиенической стрижке и обрезке когтей примерно раз в месяц. Вот. Поэтому, чтобы не дожидаться нашего парикмахера собачьего, мы приобрели вот такие кусачки в магазине «Шиншилка» и остались довольны. Боря, это не игрушечка, это когтики твои стричь. Видите, какой он у нас. Давай покажем, какой ты красивый. Давай. Вот такой у нас Бодя, красавец. Спасибо магазину «Шиншилка» за его товар, за внимание, за приятное общение и быструю доставочку. Всем удачи!